эксцентриссимо. Растить детей в добродетели, потому что только она одна и может дать счастье, советовал Людвиг ван Бетховен. Но у него не было семьи, поэтому американский миллионер Марк Элауф слушать его не собирается. Выбирая подарок сыну на 12-летие, остановился на стриптизе. Марк, прожив 70 лет, к тому времени уже сам знал, что нужно маленьким миллионерам для счастья, кроме денег. Он пригласил на детский праздник на яхту в Майами двух полуобнаженных красоток. И они устроили горячий танец. Поучаствовал в нем и виновник торжества. Восторженные гости одобрительно кричали и пытались швырять в стриптизерш банковские карты, где хранятся миллионы на карманные расходы. Сын Романа Абрамовича пока до стриптиза не дорос, но тоже получает от заботливого отца дорогие подарки. На Новый год, когда мальчику был всего год от роду, его пришел поздравить голливудский комик Бен Стиллер. Взял на прокат костюм Санты, пыхтел, облачаясь в него, а потом утопил в анекдотах еще не выбравшегося из подгузников парнишку. Полмиллиона долларов заработал. Везет детишкам богатых, можем подумать мы. Но, может быть, заботливые отцы эти подарки больше для самих себя выбирали. Эксцентриссимо.